праздником вас, весны и труда. Я вам желаю побольше добра, дружно отметить 1 мая, бодрости вам и в душе процветания. По традиции, слово для открытия первомайского шествия предоставляется главе администрации Соликамска Алексею Николаевичу Федотову. Уважаемые соликамцы, поздравляю вас с праздником весны и труда. Соликамск – это город-труженик. Его жители умеют работать и добиваться успехов. Продолжая славные традиции своих отцов и дедов, они ежедневно вносят большой вклад в развитие города, края и всей России. Дорогие земляки, примите благодарность за свой плодотворный и созидательный труд. Уверен, что единство наших целей сделает Соликамск городом, в котором всегда будет комфортно жить и работать. Желаю вам здоровья, счастья и весеннего праздничного настроения. Праздничное шествие в северной части города открывают муниципальные детские сады Соликамска, в коллективах которых находятся более 1200 работников. Это воспитатели, учителя-логопеды, психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, младшие воспитатели и работники других категорий. С праздником вас, друзья! Ура! Мир, труд, май. Именно с этих слов началось праздничное шествие, посвященное 1 мая, празднику весны и труда в Боровске. Но впереди еще очень много интересного. По первомайской традиции в колоннах идут сначала общеобразовательные учреждения, затем рабочие коллективы города. Это первый весенний праздник, который объединяет всех жителей Соликамска. Других городов. Принцип работы школы. Школы без неудачников. Поддержку и сможет проявить свои способности. Средняя школа номер 15. Директор школы Ольга Александровна Бирюкова. Почетный работник общего образования Российской Федерации. Производитель газетной бумаги в России. Вместе с городом коллектив встречает праздник весны и труда праздничным шествием в колонии тружеников Соликамска. Добрый день! Поздравьте жителей Соликамска с праздником! Огромное поздравление всем соликамцам с 1 мая! Ура! Какие главные слова 1-майского дня? Мир, труд, май. Ура! Поздравьте жителей Соликамска с праздником! Поздравляю с праздником, большим и ярким. О своих работниках. Молодежь Соликамска, поддерживайте и укрепляйте традиции. Ура! Ура! С праздником весны и труда. Ура! В праздничную площадь вступает коллектив негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка Соликамск-Бумпром». Родителям и воспитанникам с праздником! Ура! А мы встречаем празднично украшенную колонну коллектива «Соликамская ТЭЦ». Спасибо коллективу ТЭЦ за их труд! Ура! Ура! Мы приветствуем колонну трудящихся акционерного общества «Соликамский завод Урал». Дню весны и труда! Ура! Коллективу завода «Урал» – ура! 1 мая – ура! Молодежи завода «Урал» – ура! Дружному коллективу акционерного общества «Транспорт» наш большой первомайский привет! Ура! Праздничная колония, коллективы подразделений, управления, локомотивного депо, службы пути южного и северного маневровых района. Мы гордимся коллективами детской школы искусств, музыкальной школы номер 2, художественной школы
Ура! Школа носит имя архитектора Филиппа Тальцинера. Первомайский привет городу шлет колонна Соликамского технологического колледжа. Возглавляет шествие директор Наталья Валерьевна Шипулина. Сегодня колледж входит в сотню лучших образовательных учреждений СПО России. Город благодарит вас! Ура! Коллективом колледжа взят курс на реализацию дуального обучения в профессиональном образовании. Приветствую праздничную колонну медицинских работников Соликамска. В структуру здравоохранения города входят 12 государственных учреждений здравоохранения и филиалов. Первомайское шествие в северной части города завершено. Всего прошло 29 колонн. Поздравляю всех жителей Соликамска с праздником весны. Насколько важно? Счастья, здоровья, успехов. Всех поздравляю. Настроение веселое. Такая погода прекрасная. Мы вот с внуками пришли, они не нарадуются. Побольше бы таких мероприятий. Общественных? Да. Какие главные весенние слова первомайского праздника? Мир, труд, май, солидарность. Ну что еще? Наверное, дружба. А главное, любовь.